Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить Half-Life. Тут что-то же вообще жопень какая-то творится, так эта тварь гигантская сидит, тут летает. Ёптать. Чувак, на. Сейчас. Да хорош, на! Надоел! О, отлично. Так, сколько у меня? 7 гранат осталось. Ага. Бульк! Отлично. Все как обычно. Да, за исключением того, что, кстати говоря, про свою любимую партнерскую программу, про которую я уже всем, наверное, уж прожужжал. Вот, но прислали, короче, все между сериями. Я их подряд записываю, поэтому... На. Отлично. Поэтому она у меня прям... впритык с предыдущей. Так вот... Смысл, в общем, в том, что прислали там целую кучу всего, что из серии... Что такое? Краб? Типа, вот тебе там доступ в личный кабинет у тебя там создали, вот тебе то-то, в личном кабинете можно настроить способ оплаты, то есть куда там тебе будут деньги. Вот так как-то оно, естественно, высчитывается, то есть, грубо говоря, там количество просмотров, что-то на то, туда-то, туда-то и так далее. Там все это подробно прям все расписано. Вот, просто к чему я это говорю, у меня же есть, по идее, и канал по фильмам, он подключен тоже к партнерке. Но там как, там подключили, короче, его. Так, полезли сразу сюда. Его подключили, опа, доктор сидит. Его подключили и просто как бы стали подписчики идти, да, я обрадовался, все. Но вот сколько, 2 года уже, я ни с руководством никого с этой группы связаться просто не смог. Ни денег я, ни копейки не увидел, хотя они такие небольшие были, слышишь? Понятно. Чувак говорит, никуда я отсюда не пойду, тут мое укрытие. Вау! Что-то как-то я вообще... А он докуда едет? А, ну да. Опасная хрень, между прочим. Ну и ладно. Да хорош! Твою мать! Так, а вот туда бы мне, туда. Туда же как-то можно попасть, правильно? Нихера себе. Я просто пытаюсь понять, это успею или нет. Погнали. Это прям, блин, Dead Space какой-то уже начался. Если кто помнит, в Dead Space я там тоже центрифуга крутилась. Потому что туда хочу попасть. Вот. Оп! И не попал. Может, туда нельзя, хрен его знает. Я думаю, выражу общее мнение, если скажу, Что идет оно нахер? Ну, все. Ну, вылезет, ёпты. Все, давай, поехали отсюда нахер. Ой, я дебил, вот я дебил, я же отсюда и приехал. Вашу мать. Ты хорош. Все круто, чувак, Так, ты что-нибудь скажешь мне ценного? Понятно. Да мы уж поняли, что ты ссыкло, и никуда ты дальше не пойдешь. А еще думаю, зачем здесь лестница, если меня на лифте отлично спускает? Она, вон она что, оказывается, зачем здесь лестница? Так, вот я забрался на самый верх. Куда мне?
Да вы чё? Вот туда прыгать просто? Просто прыгнуть? Просто прыгнуть вон туда? Туда. Вот туда. И вот сюда. Так, ну-ка F5. Вот какого хера куда-то в бок? Вот сюда. Ёха-муха. Он берет, просто отцепляется тупо. Ты ёбнутый, нет? Ну и как я отсюда должен слезть? Он смотри, что делает. Он берет просто и в сторону куда-то отпрыгивает. Лифт не работал, он улетел в кислоту. Да слезь ты с этой сраной, блядь, лестницы! Ну и чё? Больше некуда здесь идти. Я ничего не понимаю, серьезно. Ты понимаешь, что это за тупо, наверное, страшно бесит того, кто знает, как надо сделать? Бляха-муха! Блин, я здесь что-ли пересохранился? Зачем? Серьезно? Простите меня, пожалуйста, вот ради бога, вот ну как так? Да хорош, подумаешь. Хотя да, конечно, с большой высоты. Так, а вот теперь... Слушай, уйди. Здесь ничего, да, мне значит туда. Пять. Ну а теперь, так понимаю, мы все включили. Надо бежать и сжигать ту здоровую хрень, которую мы видели в прошлой серии. Бой! Ну да, пришлось бы по этой перелезать, если бы я в прошлый раз так поступил. Я один мост взорвал и потом лазал там по какой-то вот такой вот херне. Так, мне нужны гранатки. Блин, только здесь это опасно. Здесь можно не лететь. Опа! Типа вот так. Как-то он там умеет двойной прыжок делать, но я, честно говоря, не очень это... Не так. Не так, ты чё? Да хорош, а как же я сюда-то запрыгнул? Замечательно. Так, а теперь, чтобы наверх, мне надо будет, да. Так, ребят, давайте-ка вон туда все. Ну и нахера я покинул прям туда, где мне надо? Не, вот туда. Во, вот туда. Отлично. Так, теперь. Замечательно. Еще раз. Вон туда. Ух ты, нихера себе. Только я хотел спросить, она может по мне попасть или нет? Конечно, надо будет в приседке. Туда. Она же меня не запалит, да? Скажи, что не запалит, пожалуйста. Так. Да хорош, я не успеваю даже оглядеться. Да что за бред-то, ну? На! Сдохни, говна кусок. Блин.
Блять, она меня просто... Ха! Так. Теперь надо на ту лестницу. Отлично. В 5. Да. Тихо. Все, показалось, что какие-то в космолетах пришельцы сидят, что-то типа того. Так, лестница там, на, туда! Отлично. Валим. Так куда ты, твою мать, блядство? Вот это номер был просто сейчас атац. Сдохни, говно. Вот что не так, а? Объясните мне. Да зайди ты сюда. Теперь что не так? Что я еще не сделал? Там наверху. Блин, пауэр теперь нету еще. Значит, туда что ли мне надо идти? Чё-то я не понимаю, маленечка. Чуть-чуть совсем. Не догоняет. Так, не... Вали отсюда. Так я здесь и есть, что еще-то надо? Ладненько, включимся тогда, когда я пойму, что с ней надо делать. В общем, оказалось... Помните вот этот мост, разрушенный херней, пошли. Идем. Вентилятор мы там запустили, да? И вот запертая дверь, где написано Fuel Room. Комната по этого. С топливом, короче говоря. Там момент из серии мультика Looney Tunes какой-то. Серьезно, я никогда не ожидал, что в подобной игре что-то будет. Но я заприметил вначале, что там что-то на потолке такое нехорошее. Ну, заколочен досками, потолок, типа, я думаю, ну, блин. Думаю, ну заколочен, мало ли что он там заколочен. Оказалось, все так гениально. Я бы сам ни за что в жизни не догадался, что надо идти. Ну, стой. Открой. Вот у нас вентилятор, а вон заколоченный потолок. По идее, должно сработать. Уи, ну точно. Я говорю, логика уровня игры Looney Tunes. Ой, мультик Looney Tunes какого-нибудь. Давай, хорошему, давай. Уйди! Тараканов полно.
из серии обосраться. Я бы даже сказал, из серии бануться, ветки гнуться. Просто таки на, на. Вы сдохнете, нет? И вот здесь включается Oxygen. Да ты-то откуда? Да ты что, охерел, что ли, мелкий? Говна кусок! Сдохни, блядь! Какого хера, а? Он с одной пули от пистолета иногда падает. С одной! Какого хера сейчас ему тут аж... Так, кислород я запустил. Топливо я запустил. Все, отлично. Так, вылезти, по-моему, здесь можно, да? А, да, можно. И вот эта дверь открывается. Капец, 25 хп. Мышь хорош. Так, F5. Аптечка-то там нигде не было. Так скажите мне, что опять сейчас сенситивити мыши. Так, вроде нет. Так, мне не туда. Тогда иди в пень. Ага. Да залезь, ну твою же мать, Фриман! Что ж ты тупишь-то так? Уйди. Сука, меня вот эти вот прыжки, честно говоря, убивают просто, абсолютно. Что с лестницы, что, блядь, просто так с места. Ну кто так делает-то, ну? На! Охереть теперь. Каждый раз меню теперь почему-то выскакивает. Да нажми ты, сука! Я сейчас разобью что-нибудь серьезное, это просто слов нет. На! Иди долбись туда. Да ёб твою. Ну чё ты мне всё показываешь? Иди в жопу. Вот так вот хорошие игры моментом могут так настоебать, что просто слов нет, серьезно. Просто захочется убить всех причастных к созданию этого шедевра. Уйди туда нахер. Пять. Ну чё теперь-то не то, ну? Почему пауэр не включен? Я все включил везде. Вентилятор сраный включил. Пауэр твой гребаный включил. Что за говно? Это просто серьезно. Я не знаю, какой дебил вот это придумал. Просто жопа. Это по-другому искать. Жопа. Короче, объясняю. Сниму эти наушники, это просто невозможно.
ту здоровенную хрень, которая подавала энергию. Ты можешь по синему проводу через развалившийся мост. Вот, на который ученый сверху сидел. Так вот, мы залезли, нажали кнопочку, я думаю, ну окей, ты что побежал, и все. Хер, надо было догадаться, что. Ну, я понимаю, это можно было подойти с другой стороны, но эта проблема не меняет. Если бы я зашел с другой стороны изначально. Надо было перелезть через эту штуку. Ну или сразу с другой стороны зайти. Неважно. И с той стороны была еще одна такая кнопочка. Я, блядь, вот как вот до этого можно было додуматься? У меня, кажется, осталось 19 хп, энергии нет вообще. А, значит, защита от радиации нет, электричества нет. Я включил электричество, иду назад, думаю, наконец-то все включилось, наконец-то я крут, здорово и все такое, да? Хер там! Там была лужа, помните еще тоже, когда мы к этому шли, там была лужа, ну, лужа. Так там электричество же. И, короче говоря, электричество бьет в эту лужу, у меня всего 19 хп. Я думаю, все, пройти никак, что теперь можно сделать? Там ящики, слава богу, в предыдущей комнате был. Накидал кучу ящиков, так они больше двух за раз не двигаются, а лужа больше. Каким-то образом поставил в два ряда четыре, залез на два первых, нажал передвигать, подвинулся в бок, они как-то вот так вот все распидорасились, раскидались. Но именно так, чтобы вот тут удалось мне пропрыгать. Это просто пиздец, серьезно. Ну как вот можно? Ну такая же игра была, ну вообще, то есть вот. Во, вот теперь пауэр у нас. Сгори в аду. Я единственное, что стесняюсь теперь спросить, а дальше-то что? Мы же везде там были. Что, постоянно подбираю? А. Теперь можно в дырку спуститься. Не дай бог, серьезно, ну как ж так-то, ну ребятушки, ну зачем так делать-то, F5. Фрима, вот с этими прыжками я в одном месте там просто, я матерился уже, кидался стульями в стены. Соседи вызвали полицию. Ты ебнутый, нет, вот серьезно, вот я не могу по-другому, я не могу без мата вот это, ну как? Как здесь можно было отцепись от этой сраной лестницы? Блять, слезь! Говно! Ну, отлично. Воу. Здрасте. Отлично, я взял револьвер. И потрошки к револьверу. Слышь? А, труп. То есть мне надо будет плыть. Бор Ивановна. Здрасте. Я уже понял, куда надо плыть сейчас. Подышим. Уи! Да погоди, а серьезно, что делать? Блин, опять начин. Все, нет, не могу. Жопу. Давайте на этом закончим. Я не знаю, сколько получится серия. Она, видимо, получится очень маленькая, потому что, блин, ну невозможно. Ну какого хера? Ни одно, так другое. Обязательно такое дерьмо происходит. Все. Не могу. Что-то вот с этого момента игра начинает бесить уже, серьезно. Надеюсь, что это был просто единичный случай. Это я такой неимоверно тупой, что не догадался, что через эту херню, которая была кнопка, оказалось, надо было перелезть на другую сторону. И, блядь, будет там еще одна кнопка. Ну, извините уж, ради бога.
Вот такие ему тупые уродились. Да, что поделать, вот сдох я еще один раз. Все, хватит, давайте на этом закончим. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, на группу, на Твиттер. Ай, господи, ну можете на мой Твиттер подписаться, но там ничего особо интересного нет. Там трансляции только роликов, рецензий и прочего. Вот, и все. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры.